Этой весной, когда начались дорожные работы, в том числе и по замене трамвайных путей, в качестве разворота у городской поликлиники стали использовать частично открытый участок на зеленой зоне. Движение на этом отрезке очень оживленное. И нет ничего удивительного, что вскоре земляное покрытие превратилось в сплошную яму, вызывающую массу негативных эмоций. Она не только усложнила движение транспорта, но и стала причиной повреждения машин. Уже с конца прошлой недели у водителей появился выбор. Теперь они могут разворачиваться, как прежде, на трамвайных путях, а также воспользоваться разворотом, находящимся на зеленой зоне. Большую яму засыпали землей, но эта мера временная, и очень скоро здесь снова невозможно будет проехать. В планах самоуправления подготовить и реализовать проект более удобного разворота рядом с трамвайными путями, что заметно улучшит передвижение на этом участке дороги.